Всем привет, дорогие друзья, с вами Мошт, и мы продолжаем играть в Dishonored. Собственно, давайте начнем поиски рун вначале. Перед тем, как мы пойдем начинать миссию. Я вон вижу первую руну, находится вдалеке. Ты серьезно? Игра, ты чё меня расстраиваешь? Я же падение использовал. То есть игра меня расстроила с самого начала. Насколько я помню, тут есть агрессивные пираньи. Где-то рядом есть костяная руна или амулет. Постараюсь их я достать просто так, без каких-либо магических приспособлений. Вон этих попала рыбешка. Мы подобрали руну. Что ж, попробуем отделаться одним укусом хотя бы. Ух ты, даже не укусила. Шикарно. Так, рыбу я не вижу, к сожалению. А вот теперь вижу. Но, в принципе, я плыву быстрее, чем она, и все, и так хорошо. Так, достаем сердце и смотрим. А рун больше нет, а значит, нам пора вот сюда вот и пойти к адмиралу Хевлоку. Что ж, давайте-ка не будем показывать ему сердце лучше. Возьмем пистолет. Так, пистолет. Арбалет снотворное должно быть, да? 4, что это? А что такое 4? Так, зажигательный болт. Прикольно. Ну, возьмем темное зрение, предположим. Так, берем вот это, десяточка, эликсирчики, пирожочки, и все что ли, а я хотел еще похомячить что-нибудь. Ну ладно, приступаем к миссии. Адмирал? Ну, приступим. А для начала скажу, я знаю, что убийство дело темное, но порой, чтобы управить мир, хорошим людям приходится совершать скверные вещи. Цель наша ясна. Мы хотим восстановить линию Ее Величества и вернуть Эмилин престол. И до самой победы нам придется действовать скрытно. Мы уничтожим их. Медленно, одного за другим. Сегодня ночью Верховный Смотритель Кэмпбелл умрет от твоей руки. Задача нелегкая, его защищают смотрители целое войско. Под силу такое задание только тебе, о твоих подвигах уже ходит слава. Какая слава. Когда закончишь с Кэмпбеллом, забери его личные вещи, вдруг там говорится об Эмили. Вернуть ее наша первейшая задача. Будем надеяться, девочка жива. Я понял. Но вкратце помни, действуй и бей без промаха. Мы на тебя полагаемся. Я понял. Но самое интересное в этой игре, это то, что пройти миссию можно, ну, там, чуть ли не 5-6 различными путями. То есть убить, не убить, усыпить, наказать и так далее. Побочные миссии, одна глава занимает просто кучу времени может занять. Что такое? Девушка? Лидия? Здравствуйте, Корво, я Калиста. А, Калиста. Меня нанял адмирал Хевлок. Простите, что вмешивался в ваши дела, но это важно. Мне кажется, вы хотите убить это чудовище. Ну да, Верховного Смотрителя. Само собой хочу убить. Вы можете пропустить мои слова мимо ушей, но мой дядя, Джефф Карноу, все еще служит капитаном городской стражи. Он хороший человек. Никого ближе, чем он, у меня нет. Среди прислуги ходит разговор о том, что Кэмпбеллу доставили экзотический яд, и я, кажется, знаю, зачем он нужен. В отличие от остальных, мой дядя, человек честный и неподкупный, поэтому Кэмпбелл решил его отравить. Вы сможете защитить дядю? Вы защищали людей, так? Раньше, пока вы не стали убийцей. В смысле не стал убийцей? Ты чё? Я не убивал никого. Я лорд-защитник. То есть нам нужно постараться, если мы захотим, все-таки защитить дядю Калисты. Так, Пьеро изобретатель, лодочник Сэмуэль, окей. Пойдем, Сэмуэль.
Прикольно, кстати, лодка у тебя. Мне нравится. Just wondering, sir, if you thought about perhaps seeing Piero before venturing into the overseer's nest. Я у Пьеро уже был. Я и так справлюсь. Да-да, я отправляемся. Отвези меня в винный квартал. Одеваем маску. Винный квартал. Собирайте рун, на них можно приобрести новые способности. Да-да-да. Так, глава вторая, или даже, нет, третья уже. Верховный смотритель Кэмпбелл продажен и совершенно развращен властью. Он возглавляет военный религиозный орден и во всем поддерживает лорда регента. Кэмпбелл знает, где держит Эмили. Проникните в канцелярию Верховного смотрителя, убейте его и укрыть его дневник. Там же держат заточение соратника лоялистов Мартина. Освободите его и помогите ему бежать. То есть еще и Мартин у нас есть, да? Блин, как много всего. Непростая будет поездочка. Раньше до бульвара Клеверинг можно было ногами дойти, но сейчас это не так просто. Ну да. Там вон трупы выкидывают. Большие улицы еще в руках стражи, там понаставили этих скверных световых стен. Проходишь из такой, а она тебя сжигает до шкварок. Где стражи нет, действуют банды. Да ладно. Еще на окраинах попадаются отдельные чудаки, вроде старой ветоши. Сказать, что ты... А, ну я помню, что такое старая ветоши. Старая ветоши — это дама пожилая, которая... На самом деле, типа ведьмы, которая живет уже очень давно, и она может быть как-то связана с чужим из бездной. Так, у нас есть задача, смотрим. Так, первое это... убить... Кэмпбелла, пройти первую стену света, либо обойти стену света по переулкам Боттл-стрит. Забрать дневник с компроматом у Верховного Смотрителя Кэмпбелла, найди Эмили. Спасти капитана Карноу и поговорить о старой ветошке. Я понял. А я могу что-то купить себе? А, я могу себе купить живучесть. Увеличивается число очков здоровья. Ну, давайте возьму, да. Чем больше здоровья, тем лучше. О, да, у меня на неплохое количество здоровья возросло все. Так, по поводу рун. Нифига себе тут рун. Черт, он там, где симулят, надо будет сходить за ним. Что ж, начинаем. Начинаем пытаться пройти. Кажется, последний дернулся, блин, напугал меня. Спи. Все, будем идти тьмой. Во тьме прям пойдем. Мне нужно подняться на мост. Вопрос, можно ли это сделать вот здесь? Фу, блин. Так, меня уже кусают там рыбки. Я не знаю, можно ли здесь подняться. Вообще можно. Так, там у нас что? Там ходит еще один охранник. Так, поднимаемся по цепочке. Осматриваемся. Так, песня у нас тут. Смерть и костяной амулет. Амулет усиливает ваше умение. Разыскать амулет можно по певучему звуку. Джей, конечно же. Амулет альбинос. Белые крысы встречаются вам чуть чаще. Бесполезный амулет. Ну реально. Полнейший хлам. Так, к тем парням я больше не пойду, у них мне ничего важного больше не нужно. Так, руна вон там вдалеке, амулет недалеко тут и вот тут, да? Так, это не охранник, стоп, это обычный мирный житель. Раз, два, три, взяли, да.
Так, со временем у нас магия восстанавливается, это очень хорошо. Но как бы если я два раза ее использую, то мне как бы не повезет с этим. Черт, нужно устранить. Или ей все равно на меня? Так, делаем проверку, в общем. Проверяем. Так, есть человек. За стеной никого не видно. Крыса. Так, там бандит что ли ходит? Привет, ты кто? Извините, помочь не могу, я уже отдался в свой дом. Окей, я понял. А, вот она, старая ветошь-то. Нам нужно к ней сходить, потому что она нам очень хорошо поможет. А, привет, ветошь. Оба-на, видели? Она просто взяла и сделала телепорт. Как вы думаете, она связана с чужим или нет? Если у нее в доме находятся руны, и тут написаны какие-то символы. Send us food. Ну ладно, это обычно с едой связанное все. О нет, как некрасиво. Мусор, 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 только один мусор. Можно я открою дверь? Я заберу себе руну, пожалуйста. Осторожней, Корва. Люди зовут ее Старая Ветошь. Ее настоящее имя, даже имя ее рода тебе ничего не скажут, но когда-то ее руки добивался император, а богатые юноши сражались за ее благосклонность. Ну, то есть она очень-очень старая. Я видел, как она думала, оценивала их, но они не могли предложить достаточно. Потом она сделала необычный выбор. Тебя ждет встреча с Верховным Смотрителем. Этот человек стоит во главе культа, приверженца, который ненавидит меня. Интересно, что ты станешь делать? В смысле, убью его и все. Че тут? Возьму да убью. Здравствуй, ветошь. Милый? Это ты, мой любезный супруг? Нет. Глаза у меня уже не те, что раньше. Ты не видел моих пташек? Бедняжки, они совсем разголодались без бабушки. Сюда, пташки. Ой-ой, кажется, они снова пожаловали этим господа. Они добрые, не то, что раньше. Я их слышу. Я их слышу их, и говорят не слишком-то любезно. Старый ветер, впусти нас. Зная они, что будет, но мигом убрались бы во свояси. Но какая же с ними морока. Милый, вот возьми ключ от входной двери. Проучи этих мерзавцев. Окей, окей, без проблем, бабуль. Заря, ты пришел на Wattle Street в таком виде. Дорогой должен быть наряд. И это все, что ты можешь. Воу-воу, они там прожигают. Очень опасные, конечно, бандиты. Видите, они жгут не по-детски. Я, конечно, с этими бутылками тяжело справляюсь, они сейчас меня убьют, скорее всего. Я потратил очень, очень много хилок на них, к сожалению. Ты не против, ветошь, я тебе их скину в дом отсюда вот. Черт, я потратил слишком много эликсиров на них. Ну ладно, в следующий раз я тратиться так не буду. Так, вот. Тут у тебя есть что-нибудь? Вставляющие дротики. Урна какой-то семьи. Медаль, хилка, точнее с маной. А, так, что еще есть? Крыска бегает, смотрите, какая жирная.
Мне кажется, пташки сегодня грустят, что? А, пташки это крыски, что ли? Прости, это ж прости, 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 прости. Я же говорил, ножи налево, они всегда были слева. Ты никогда не слушаешь. Что? О, милая, я знаю, что проводишь этих детских мальчишек. Ты мой храбрец. Само собой. Старая ветошь припасла подарок твоему дню рождения. Дал его чужой, а теперь я дарю его тебе. Ну вот, собственно, еще одна догадка. Он наверху. Где там мой подарок-то? Подарок ко дню рождения, вот он. Хорошо, Арунка. Надеюсь, тебе понравился подарочек. Спасибо, что прогнал этих воришек. Да не за что. Ненавижу этих мальчишек с Боттл-стрит. Негодяи. Все до одного. Гнилые люди. А хуже всех, Слэк Джофф. Знаешь, о чем я подумала? Ты можешь оказать мне еще одну услугу, а я задам тебе еще подарок. Какой? Еще одну чудесную руну, вырезанную из кости мертвого кита. Помнишь моего доктора, милый? Мне еще был человек, это доктор Гальвани. У него в лаборатории есть куча мерзких крысиных потрохов и прочей заразы. Ну, и что ты хочешь с этим? Чего будет достаточно, если эта мерзость не попадет в эликсир Ванды Боттл-Стрит? Понятно. Она хочет, чтобы я отравил Боттл-Стритцев, забрав яд из... у доктора Галивани. Ага, ломиться. Так, еще раз, квесты. То есть у нас теперь куча миссий. До сведения. Так, читаю столько Тюрмского Стража. Ага, понятно. Устранить Кэмпбелла то же самое, найти Эмери то же самое, он тут у нас гости, вломиться в квартиру доктора Гальвани на бульваре Клевик. В принципе, это полезная вещь ради руны, да? Еще раз, руна вон там находится. И остальное все, в принципе, далековато. Там у нас... Оба-на. А вы кто? Пустите меня, я здоров. Сказали синдром. Это обычно простуда. Это бандиты с фантика наживаются. Да. Не, ну бандиты должны умирать. Бандиты должны умереть за свои дела. Одну секундочку, сэр. Одну секунду. Мне нужно выбросить мусор. Лол. День добрый. Не, вот что же, уберу ее. Обратно к хозяину. Сейчас выберешься, чувак, вот так. Я в долгу перед тобой, брат. Про маску даже не спрашиваю. После такого трюка я бы тоже захотел спрятать лицо. В общем, это наш торговец. Ну давай, давай, да-да-да, я взгляну на твои находки, гриф. Ай, черт, чертеж можно было взять. Ладно, накопим 200 монет, надо будет сходить купить эликсир у него. Ой, чертежи взять. Я тут поем у тебя, все-таки ты здесь не живешь. Надо будет потом к нему направиться и у него подкупить что-нибудь. Непременно даже. А как здесь была руна, я не понял. А, вот, костяной амулет наверху. Давайте-ка поднимемся и заберем его. Поднимемся и заберем. Хоба. Я уверен, что он где-то здесь может быть. Или нет, стоп. Костяной амулет. Так, ну я пробрался. Наверх как бы. Так, и доктор Гальвани вон там у нас обитает. Давайте-ка я все-таки обратно спущусь. Мне интересно, как пройти наверх вот сюда. Может быть, вход где-то тут? А, точно.
Надо быть аккуратнее, такие вот ребята могут быть плакальщики в будущем, в таких местах находиться и пытаться нас убить. Так, амулеты морякам удачу приносят. Так, что я взял за амулет? Сильные руки. Вот, удушение происходит быстрее. Это тут полезный амулет. Реально полезный. Карту забрали, 75 монет. И в принципе все. И в принципе все, да. Теперь пробираемся на более в контору доктора Гальвани, наверное. У нас есть руна там. А где еще руны? Все, одна руна, что ли, только? Окей, понятно. Так, еще раз. Так, мне нужно восьмерочку. Тут только один у нас бомжонок. И нас не видно. Трупы. А, вот видно, как видите, от нас видно шум. Стена света. Вероятно, нет. Давайте-ка сохранюсь я. И постараюсь. Черт возьми, ну давай. Так, все, он уходит. И мы переходим в контору Гальвани. Отлично, прям по стелсу зашли. Нас даже не увидели. Хух. Так, вот мы и в доме. Обалдеть, тут опасно, конечно. Давай под картину идем. Соответственно, у нас есть дверь там, дверь там, да? Можно выйти? Нельзя, там парень решил сменить местоположение, и я вовремя успел увернуться. Отлично. Нас не видно, так. Ага. Это просто защита от чумы, тут ничего полезного нет. Так, болты. Как бы, опять-таки, если кому-то нравится как бы такие вот истории читать дополнительные, то нажимайте на паузу, конечно же, прочитайте. Ага, 7 запретов чужого. Ну это... Так, разыскивается корва. Это вот мы. Нас тут ненавидят, нас тут пытаются расстрелять. Какие гады. Стоп, нет. Это Слэк Джефф. Это Слэк Джефф, это не мы. Хорошо. Так, туалет какой-то, фу. Как они ходят в туалет, мерзко. Так, там у нас полно-полно крыс. А, руку оставили. Вот вы мерзкие. Нужно его оглушить срочно, срочно, срочно. Не такое бывает. Вот так. Ага. Вообще, я бы скормил его крысам. Можно? Ну, тогда... Меня услышали? Нет. Меня, слава богу, не услышали. Так, кормежка. Часть человеческого тела, мешок, туловище человека. Фу, вот вы мерзкие, блин. Покушайте пока его. Ну, а чё? Они скармливали людей, поэтому пусть сами почувствуют то, что чувствовали другие. Так. Книжка. Ага, день путешественника. Так, крысы идут ко мне сюда.
Отлично. Да, ребята заняты крысами теперь. Не знаю, как долго они продержатся, но... А он вроде справляется там с крысками-то. А, нет. Он с ними не справился, к сожалению. Но крыс осталось очень мало, поэтому... Иди отсюда. Так, мне что-то нужно еще полезное. Вроде ничего такого нет. Так, ключ от здания. Монета. Ну, в принципе, и все. Еще раз. Пора наверх. Пора наверх, поднимаемся. Так, там у нас служанка стоит. Отрогал дверь лаборатории доктора Гальвани. Вроде да. Вымой руки как следует, повсюду жизненная субстанция. Тут так доктор сказал. Если кишки. Так. И дальше тут усыпляющие дротики. Давайте-ка я их возьму, во всякий случай. Это какие вообще, стоп? Я даже сейчас не тем стрельну, блин. Усыпляющий, вот он. Да, все верно. Так, вот это место крутое. Пойдет ли туда кто-нибудь вниз, мне интересно. Твою мать! Куда ж ты пойдешь, наверх или вниз? Девушка идет. Идет девушка. Черт возьми, черт возьми, черт возьми! А что прошло не так? Нашли труп, что ли, мой? Ну да-да. Вот так, сюда вряд ли кто-то посмотрит. Теперь я надеюсь, что криков не будет. Что-то я в ступор ушел. Так. По-быстренькому бальзам. Карманные часы. Я вообще их забирал раньше, нет? По-моему, нет. Снотворные дротики. Открывается чем-нибудь тут? Нет, нет, не открывается. Все чисто и четко и гладко. Отлично. With rubbing alcohol or white vinegar. All right, all right. What is he doing? Так, пока женщина будет там, можно будет, в принципе, сейчас пройти в потихой. И, наверное, вырубить кого-нибудь оттуда. Но, блин, надо... пока их двое, у нас не получится это сделать, придется ждать. И кабаны мощные, огромный кабан. Ты чудовище. Так, ждем, пока они поговорят и разделятся. А, это любовнички. Ой. Тихо. Так, он пошел наверх. Ну, раз он уходит наверх, мы идем сюда. Путешествие. Так, соответственно, тут чего такого важного нет. То, что же там сверкало, нет? Нет.
Кошелек. Сундук закрываем. И что у нас там? Девушка идет сюда. Блин, она мне не нужна сейчас. Развернись. Она без сознания. Я ее не убивал, так. Спи, спи, спи. Девушка, спите. Вам нужно выспаться. Ну а что поделать, что она влезла-то? Сейчас бы спалила меня и все. Ох, кто-то у меня тут шумы на улице, что-то взрывают. Так, сейф доктора Соколова, да? Ох, какая картина. Вопрос. Это у нас на бульвар? Сейф, нужно где-то найти для него пароль. Доктор Соколов у нас кто вообще? Доктор, конечно, логично. Мне кажется, на верхнем этаже находится ответ на мои вопросы. По крайней мере, я так думаю. Так, Ridiculous, что? Так, до свидания. И пройдемте со мной. Ну, раз у вас все-таки семейная пара, отдохни здесь. Убить вас не надо. Убивать вас не буду. Так, ключ от здания Гальвани. Это можно забрать? Бюст. Бюст нельзя. Так, тут чисто, больше никого нет. Вроде все, да. Оба-на. Попить воды не хочу. Так, а вот и мы. Но лаборатория доктора Гальвани находится вот здесь, насколько я могу помнить. Так, истребление крыс. Ау, оба на ключи. Какая-то синяя чума. Тут нас изучают чуму. Так, забираем внутренность. Фу, мерзость. Тут никакого кода тоже нет. Стоп, а где может быть код от пароля? Ой, код от сейфа. Может где-то здесь? Но с лаборатории тут не должно быть этого. Очень интересно, конечно. Что это? Ворону, орла препарировали. Левиафаны, это тоже не то. Блин, а где же может быть пароль? Вот он. Нет, это деньги. Мы сейчас все разворуем у них. Там же никто. Оба-на! Кто-то пришел. Слышали? Там кто-то пришел. Охранника увидели? Три охранника пришло. И они нашли труп. Как он меня назвал? Фиш? Нет, 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 не падай, не падай, не падай. Ну и мы с вами всех усыпили, собственно. Так, давайте-ка я их спрячу куда-нибудь. Спите, спите. Конечно, я сейчас очень много потратил дротиков, но это того стоит. Мне очень хочется, чтобы так рано всех я начал убивать, как бы. Это не очень качественная работа и не профессионально. Так. Тут что у нас есть? Ничего. Вначале сломал, потом проверил. Красава.
На картинах тоже ничего нет. Твою мать, сейф. Как же тебя взломать-то? Вообще не представляю, когда даже этот сейф можно взломать. Хотя, а что если... собственно, я смотрел на эти доски. Я так блуждаю. И вот, собственно, ярко выделенные 287. Скорее всего, это оно. Минут 7 я тут побегал. Нормально, в принципе, не так уж и долго. Я так и знал, что где-то находится сверху. Не там посмотрел с самого начала. Так бы записи не тормозил. Так. 2. 8 и, по-моему, 7. По-моему, да. Ну-ка. Да, оно и что там у нас. 200 монет. Отлично. Можно вернуться, наверное, даже к доктору. А сейчас цель какая? Выйти в винный квартал, да? Бульвар Клевинг. Да, все верно, все верно. Нам именно сюда и надо идти. Так, и, наверное, нужно теперь вернуться к старой ветоши. А, надо пойти на винокурню и отравить там все. Понятно. Так, ждем, пока подрегенится мана, чтобы ее лишний раз не тратить. Так. Тихо, чувак, ты чего делаешь? Он пройдет туда прям? Нет, он станет стоять тут. Вы видели? Побежали вниз, ребята. Обалдеть, так, тут пройти нельзя, я тут сразу умру. А, крысы бегут и их сжигают, видите? Так, а вот и я. Ты дома? А где он? А где мой... этот? Черт. А где? Вы чё? Так, вот он наверху, отлично. Полезная вещь. Привет. Торговец с картинами, отлично. Привет, Гриф. Чем больше покойников, тем цены ниже. В смысле? Я никого не убиваю, ты чё? Формула Соколова. Формула эликсира Соколова. С ее помощью можно создать напиток, который восстановит здоровье, защищает от крысиной чумы. Не знаю, что это, но давайте-ка возьму. Может, что пригодится. И усиление линз, объясняющий, как повысить надежность. Статическую силу линз тоже возьму. И усыпляющий дротик. Возьму один. Отлично. И, ребятушки, в следующей серии мы уже с вами пойдем на винокурню Даунола. Как там винокурня? Даунола, да. А пока что, если вам понравилась данная серия, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. С вами был Мошт, и всем до встречи. Всем пока.